Сегодня я иду в школу. Вот так вот иногда бывает, что мы ходим в школу. Но сегодня я иду в школу не учиться, а всего лишь на заседание родительского комитета. С этого года я принимаю участие в родительском комитете в школе моей дочки старшей, и туда же пойдет младшая. Вот мы идем по нашей уличке. Красиво. Вот такая архитектура на нашей улочке. Такие домики. Обычно эти домики разделены на несколько семей. Очень много красивых цветочков, сады. Сегодня вечером прохладно. Так оно будет выглядеть красиво. Вот я сейчас вам покажу школу. Название школы Драумфлигер переводится «воздушный змей мечты». Это здание школы. Там висит большая надпись, которую можно перевести как «безопасно идем в школу». Здесь построили новый спортзал. Надпись на щите переводится: «Мы не можем из всех детей сделать звезд, но мы можем им помочь засиять». Вообще, конечно, здесь интересно. Детских садов нет. А вместо детского сада такие три класса дошкольного образования, можно сказать, в этой же самой школе. Находятся на первом этаже. У них есть своя площадочка маленькая. Она закрыта специальным заборчиком с калиточкой, чтобы малыши не убегали. Там принимают 2,5 годика до 6 лет. В 6 уже идут в 1 класс. Тут же, в этой же школе, с 1 класса по 6 учатся здесь. Это называется начальная школа. После начальной школы идет средняя школа, но она уже не здесь, это уже другая школа. Она где-то, может быть, в этом же городе, может быть, в другом. Правда, городки все рядом, поэтому тут особо проблем не возникает. Кто-то ездит на велосипеде, кто-то на поездах, на автобусах. Все достаточно близко. Ну и выбор за ребенком, во-первых. И, конечно, учителя тоже дают какие-то рекомендации, куда лучше идти. Учатся каждый день до 15:40. Потом уже иду домой. Кроме среды. В среду короткий день. Такая у них интересная программа. До 12 часов. В субботу не учатся. Интересный факт, что у них нету школьной формы. Все ходят, в чем захотят.